Яйка. Ой, второе место вам. Ой, первое место за вашу сообразительность. И третья наша кура идет. Кура такая облезлая, обритая, грязная. Чи российская, чи украинская, чи белорусская, чи славянка. Идет такая грязная. Платье разорвано. Пиздец полный. Она такая, спрашивает жюри. Ой, блядь. Жюри такая, ой, блядь. Как вас потрепала жизнь? Белорусская. Это кура такая говорит. Ну, спрашивает у них, жюри спрашивает, говорит. Как вас потрепала жизнь? Сколько у вас мужиков? А кура такая, чи российская, чи украинская, чи белорусская. Говорит, ой, сколько у вас столько мужиков не бывало, чем у меня. А сколько вы несете? Ой, миллион яиц в секунду. Жюри такая удивленная, глаза такие навикренькие. Ой, ну скажите, покажите, как это вы делаете. А кура такая говорит. Ну как, вам так просто не скажешь, передачи не хватит. Ой, ну вам первое место обеспечено и пожизненная рента. Вы теперь звезда. И вот так вот. Курочий английский, эти курлышки. Все, молодец, Иваныч. И кую, кую, кую. Так, я не могу. Что ты не можешь? Что, я рожу. Мало, не смейся сильно. Тебе пока мисс нельзя. Ты че я не смеюсь? Вот думаю, может посмеяться, ха-ха сделать. Ой, девочки, мальчики, как один говорит, этот похититель этих ароматов. Ароматов. Здравствуй. Не, как-то он по-другому. Золото мое. Да, милая моя, какая ты красивая. Ай, какая ты красивая. Прям усаться в туалете можно. Ой, как я себя чувствую, Тая. Ничего, нормально. Пойдет. Пойдет. Смеяться можно, девочки, мальчики. Давай-ка чаю, вскипятим чаю, а там сахару за чаем. Мой ты сказочник. Да, сказка. Сказка в ней, а в ней намек. Чтоб тебя никто не уволок. Ребятки, ребятки, акробатки. Там я открыл старые трансляции в сообщество, зайдите. Очень такие культурные, культурные. Вы можете поглядеть, посмотреть. Знаете, старые трансляции я смотрю тоже, так ржу иногда, это вообще ужас. Ржать можно всегда. Вот так вот. Белая березка ты моя. Господи, не пой, голос простудишь, и будет очень плохо тебе, да.
Это мы знаем.